Теперь кабели передачи информации. Их тут два всего. ТВ, так сказать. Так, сейчас я прочитаю. РГ-6, да? Ну, это так, да. В народе антенный провод. Антенный провод, да? Ну, либо ТВ-провод. Будут параллельно появляться картинки, поэтому ассоциации будут... Возможно, еще ключевые цифры тоже будут появляться. То есть вы будете их называть, они правильно будут исчезать. Дублировать, да, да. В памяти, для чего применяется. Вот так вот, это знаете? Сюда должны выезжать. Чик. Это надо предыдущее видео, знаете, вверху. Куда я? Да, кстати, это, кстати, нормальная тема. Как спасти это видео? Можно. Да, такая заточка. Да, нормально. Так, двигаемся дальше. И следующая группа кабелей – это кабели для передачи информации. Более один из самых известных кабелей для передачи информации в народе так называемый антенный кабель. Правильное его название – РГ-6. Это кабель, который состоит из одной или многопроволочной медной жилы с сечением порядка 1 мм квадратного, толстой внутренней изоляции и из плотного или вспененного полиэтилена и экранирующей оплетки и наружного изоляционного слоя кембрика. Ну, то есть такой многослойный провод, все вы видели антенные провода, это о нем. Следующий из наиболее распространенных кабелей для передачи информации это компьютерная витая пара. Это специальный оптоволоконный кабель. Если на далекие расстояния применяется специальный оптоволоконный кабель, то для подключения компьютеров в локальной сети используется так называемая витая пара. Ага. Чуть-чуть не туда. Окей. В город они вот туда из видео видели с Довкина, типа, я не знаю, где поставить запятую, как Довкин рассказал. И вот мы работаем для того, чтобы бюджет наполнялся деньгами, чтобы мы строили новый в городе. Я вам скидываю, Юрий, это очень похоже. Ты же сам это читаешь. Не, ну, текст, конечно, немножко. 4 или 8 деревитых между собой попарно. Ага, вот из-за чего витая пара. Понятно. Такая конструкция улучшает характеристики приема передачи сигнала. Так, понятно. Следующим из кабелей для передачи информации является так называемая компьютерная витая пара. Если на далекие расстояния применяется специальный оптоволоконный кабель для передачи информации, то для подключения компьютера в локальных сетях и на малых расстояниях используется, как правило, так называемая витая пара. Чаще всего это 4 или 8 проводов, перевитых между собой попарно. Отсюда и название такое, витая пара. Такая конструкция улучшает характеристики приема передачи сигнала. Есть несколько разновидностей таких кабелей. УТП с обычной наружной защиткой, защитной ПВХ-изоляцией. Да. УТП – это уникальное торговое предложение. У меня диссонанс возник. Есть несколько разновидностей таких кабелей. УТП – это кабель с обычной наружной защитой ПВХ-изоляцией. FTP – под наружной изоляцией намотан экран из фольги. STP – экран выполнен в виде оплетки из медной проволоки. Кроме общего экранирования, каждая витая пара защищена еще отдельно. И S/FTP – фольгированный экран под общей изоляцией и на каждой витой паре. Ну, давайте так, все-таки вам расскажу, потому что достаточно сухая информация. UTP все-таки применяется больше для внутренних, а FTP можно еще для наружных. Например, если зданием в здание там перевести, то лучше использовать дополнительно экранированный, да, фольгой кабелек. Но в целом, даже если мы будем использовать FTP внутри помещения, то хуже от этого не будет. Попробуйте, может быть, сначала, потому что вы немножко вам как-то тяжеловато идет чтение, и оно видно. Ну, конечно.
Понятно, это самая сложная тема. Есть несколько разновидностей таких кабелей, и самые часто используемые внутри помещений – это UTP, это обычная наружная защита ПВХ-изоляцией. Дальше FTP, под наружной изоляцией намотан еще дополнительно экран из фольги, и он чаще применяется для соединений между зданиями и для применения снаружи. Есть STP, экран выполнен в виде оплетки из медной проволоки. Кроме общего экранирования, каждая витая пара еще отдельно защищена. И есть S-Drop FTP, это фольгированный экран под общей изоляцией и на каждой еще витой паре. То есть максимальная защита. Соответственно, UTP имеет наиболее низкую цену. И дальше по очередности, в порядке возрастания я их вам перечислил. Но FTP можно применять и вместо UTP, за той лишь разницей, что он будет чуть более надежный и будет более качественная передача сигнала, но чуть-чуть дороже он сам будет стоить. В целом есть еще телефонные кабели и провода, которые делятся в основном на использование используемые при прокладке линий между телефонными подстанциями и для монтажа отдельных веток в доме или квартире. Это основные кабеля для передачи информации. Далее перейдем к маркировке кабельной продукции. Многие из вас видели кучу разных буквок и циферок, и это об этом. Цифробуквенные обозначения, из которых состоит название кабеля, отображают в себе всю наиболее важную информацию и о его характеристиках. Из чего сделана жила, изоляция, назначение и конструкция, и конструктивные отличия, количество иссечения жил, дополнительные особенности, часть букв. А? Сложно прочитать, Юрий, вам можно это рассказать? Ну, хорошо. Сейчас это. Попробуйте прочитать, да. Там, конечно, напутано в плане, то есть нету такой, знаете, четкой градации, то есть там вот эти все, к примеру, там ПВС, по сути, тоже шнур, но там буквы Ш нету, а ШВВП это шнур, поэтому Ш есть, честно говоря. В разные периоды появлялись, я думаю, они. Возможно, то есть, честно говоря, там нет такой там четкой, то есть структуры, оно постепенно появлялось, возможно, ну поэтому вот ключевые моменты М означает монтажный, но он в основном используется для производственных, то есть в бытовых в букву М не встретите, ну ШВВП, ПВС вы там где не встретите, но тем не менее там МГ это монтажный гибкий, просто для понимания, что такие существуют. П установочный. Что значит установочный? Вот просто установочный, не знаю. Не, ну тогда понятно, конечно. Контрольный вообще, такая же история, как и установочный. Ну да, хорошо. Просто у людей может возникнуть вопрос, в чем разница между установочной и монтажной. Ну, как бы, очень близких два понятия. Просто хотя бы об этом нужно сказать, просто эту информацию везде все пишут, то, ну, как бы вкратце расскажу о каких-то там буквах, которые вы можете встречать, но под запросом клиента. Это может быть M означает монтаж, MP означает установочный.